7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Я вас приветствую на Радио Европа Либер, это программа «Пункт шедела капот», и я Наталья Мораль. И сегодня у нас разговор будет более философский. В рамках проекта «Антиностальгия» мы поговорим о Homo Sovieticus versus Homo Moldavius. Насколько эти понятия разделимы? Шедела капот. Итак, сегодня в рамках проекта «Радио Европа Либера. Антиностальгия» мы говорим о том, как советской школе удалось создать такое понятие, как «Homo Sovieticus», и удалось ли современной молдавской школе создать «Homo Moldavicus», и как они друг от друга отличаются. Об этом я поговорю с моими гостями в студии. Я приветствую на «Радио Европа Либера» Александра Сергеевича Муравского, экс-министра финансов. Добро пожаловать. Экономики. Экономики, я прошу прощения. Почему-то каждый раз вас, ну, по крайней мере, я называю министром финансов. Ну, там, где экономика, там и финансы. Нет, и там как раз их нет. Там их нет. В Молдове, по крайней мере. И Василий Конторжи, социолог себе Сакса. Добрый день, добро пожаловать. Здравствуйте. И начнем с вас как социолога. Скажите, Homo Sovieticus вообще, это миф или это действительно реальность, которая была создана в советском обществе, в том числе посредством советской системы образования? Мы говорим не только про школу, мы говорим и про высшее учебное заведение. Ну, Homo Sovieticus, давайте определимся с понятиями. Какое это понятие? Это какой-то, скажем так, околонаучный термин, который пытается описать какие-то отличительные черты ментальности, которые якобы присущи людям, которые жили, выросли в Советском Союзе. Если исходить из такого понятия, но опять же это околонаучный термин, то сразу же забегая вперед, да, в определенном мере мы находим в своей ментальности определенные черты, которые определенные навыки, которые характеризуют ту эпоху. То есть мы еще не оторвались от нее, как бы некоторые не желали. Да, есть очень много смешных моментов в этом плане, да. Господин Муравский, вы как чувствуете? Вообще, Homo Sovieticus у нас еще сильно присутствует? И вообще, это хорошо или плохо? Потому что используют этот термин абсолютно по-разному. Те, кто хочет расстаться любыми способами с советским прошлым, говорят, вот, Homo Sovieticus, из-за этого у нас все плохо, мы не так голосуем, мы не так все делаем, потому что Homo Sovieticus. Другие же, наоборот, используют этот термин, когда указывают на то, что если у нас и было что-то хорошее, то это как раз-таки присуще к тем временам, а мы с тех пор абсолютно все потеряли. Вы как относитесь к этому термину? Я бы рассматривал его с двух сторон. Есть, скажем так, идеологическая сторона, и есть социально-психологическая. Если идеологическая, то, естественно, люди, которые выросли в Советском Союзе, они были, может быть, более идеологизированы, направлены всей политикой и так далее. Но дело в том, что, понимаете, вот сейчас, как правило, этот термин вот, «совки», «Homo Sovieticus» всегда используется в таком очень негативном контексте. Что вот я это, я хочу сказать, ответить, я не в этом контексте использую, ну, я хочу понять, я да, хочу вместе да, с вами я, понять. Ну, но мы прекрасно да. понимаем, что, как правило, более того, вы знаете, когда начинаешь делать анализ, то ты видишь, что чаще всего вот так едко его используют те, которые не могли добиться чего-то ни в Советском Союзе, ни сегодня нормально. То есть такое отношение. Теперь, это, кстати, очень важный момент, об этом я хочу попозже теперь, поговорить. Теперь, что касается Homo Sovieticus как таковой, отрицательно, положительно. Понимаете, человек это настолько сложное существо и общество, нет идеальных обществ. И поэтому, когда мы делаем анализ, то мы все время должны говорить о том, что было очень много положительного. Было много отрицательного. Мы перешли в другую ступень и так далее. И поверьте мне, что мы с таким же успехом можем говорить о Homo Americanus. Я поэтому спросил, может быть, мы можем уже говорить абсолютно о Homo Americanus и так далее. Homo Moldavicus в какой-то степени, да. В какой-то степени, да. И я считаю, и вы знаете, что я по сегодняшний день считаю, что многие вещи, скажем так, я бы не хотел сказать отрицательного какого-то характера, но того характера, который не дает нам совершить
бросок вперед, они связаны корнями еще с молдавским прошлым, то, что еще описывал Кантемир, обычаи Александр молдаваны а вот и так сравнивая далее. Сравнивая Homo Moldavius, который вы назвали, с Homo Sovieticus, вы могли бы сказать, в чем принципиальное отличие? Вот что вы вкладываете в понятие Homo Moldavius? Ну, во-первых, давайте так. Homo Moldavius за эти годы очень трудно, он практически перекрылся в определенной степени Homo Sovieticus, в том плане, что это тоже общество, которое было подвергнуто в значительной степени идеологизации, но, с другой стороны, это общество, в котором достаточно сильно развивались все эти межнациональные кооперационные связи и так далее, и так далее. И некоторые, так сказать, проявления, более того, некоторые проявления Homo Moldavicus периода Средневековья, с периода Кантемира, который говорил о том, что молдаванину главное, вот он получил лошадь и все, он стал уже боярин, который выше других и так далее. В советское время это, может быть, немножко притушалось тем, что система материального поощрения, система заработка была построена на том, что разницы огромной не было. Да, уравняловка, так называемая. Более-менее уравниловка. То есть, по большому счету, это проявлялось в том, что в молдавских деревнях видно было, кто построил дом хорошо и сосед старался построить лучше и так далее. Сегодня многие рычаги сняты, и это проявляется гораздо сильнее. Потому что, давайте так говорить, вот чисто прагматически, при всех трудностях, при всех прочее, плохих дорогах, вот есть ли необходимость в Молдове людям иметь такие огромные джипы, для того, чтобы проехать 2-3 квартала. Это то же и так самое, далее. Как и с лошадью, о которой писал именно, Дмитрий Кантемир. Это именно вырывание, так сказать, наружу, показать свое благосостояние, да, в определенной степени и так далее. И это в определенной степени... Я думаю, что это характеризует в значительной степени не только Молдову, но вот многие национальные окраины, допустим, Среднеазиатские республики, допустим, Грузию и так далее. Это меньше характерно для прибалтийских стран. И у них не было такого и в советское время, и нету такого, так сказать, сейчас. А у нас это вырывается. То есть вот это определенная черта Homo Moldavicus, корни которой лежат в том, что молдаване всегда были под игом кого-то, то турки, то русские, ну, румыны, тут вопрос спорный, кто под кем, но всегда кто-то хозяйничал. И поэтому тот молдаванин, который вырывался из этого и становился как бы наравне с теми, или становился правителем, то сразу характер его проявлялся в другом. Вот сегодня он проявляется в этом. Социологически говоря, я понимаю, что мы обсуждаем сейчас околонаучное понятие Homo Sovieticus, Homo Moldavius. Я не знаю, даже вообще существует ли такое понятие. Ну, скажем, что мы его сейчас придумали, если и не существовало. Социологически их сравнивая, в чем отличие между Homo Moldavius, продуктом, человеком как продуктом нашего современного общества, и Homo Sovieticus? Ну, понимаете, мне трудно, я думаю, даже было бы некорректно рассматривать это как две разные личности. Потому что, ну, если мы согласимся говорить и попытаться как-то характеризовать Homo Moldavius, то это производное от Homo Sovieticus. Это не хорошо и не плохо. Я же не могу сказать, что это плох данность. Тот факт, что у меня карие глаза. Это данность, я это изменить не могу. Да? Поэтому мы можем просто как-то попытаться понять, спрогнозировать, использовать на благо, на будущее определенные черты характера. И я, в принципе, согласен с коллегой относительно некоторых черт, которые не родились после приобретения независимости, но в определенных условиях они не были так видны. Пойдем даже дальше. Вот посмотрите, в чем проявляется ностальгия, на чем основана ностальгия по советским временам? Потому что большая часть населения, даже в том социально-экономическом положении, в котором находится страна сегодня, на самом деле по базовым нуждам, да, сегодня я с уверенностью говорю, живет лучше, чем жила в советское время. Вот если взять, к примеру, да, моих родителей, да. Ну, элементарно всю жизнь они работали в колхозе. Элементарно у них было, там, сейчас есть телевизор, обязательно холодильник. Ну, даже вещи. Корзина питания, я считаю, что несколько лучше, чем она была у них в советское время. Но они ведь наверняка скажут, что зато была стабильность. Абсолютно. Я вам скажу. Ну и вот. В чем проявляется эта стабильность? Я люблю упоминать, что абсолютная стабильность бывает только на кладбище.
отказываясь стабильность там считать по определению чем-то абсолютно необходимым и положительным. Именно вот эта уравниловка для большей части населения, она была какой-то успокаивающим элементом. И вот холодный душ, и то есть, когда людей бросили из всего этого в жесткий мир капитализма, дико, с его конкуренцией, естественно, это было большим шоком для большей части населения, я бы так сказал. Именно в этом проявляется, вот, на этом основывается вся эта ностальгия по советским временам, несмотря на то, что, повторюсь, если брать... А вот с социологической точки зрения, такие подобного рода травмы, которые случилось с нашим народом, как и со всеми бывшими народами постсоветских республик, вот, переход к этому дикому капитализму, такие травмы, они насколько глубоко входят вот в такой вот социальный, психологический срез нашего самосоздания? Это насколько сильно отбрасывает общество назад? Либо это насколько большая травма становится вообще для страны в целом, которая пытается построить новое будущее? Это огромная травма, которая передастся по наследству нескольким поколениям. И тот же самый факт упоминания о дорогущих автомобилях, которыми пользуются наши граждане. О чем это говорит? С одной стороны, да, это присущая народу определенная кичливость. Да? То есть люди пытаются, имея такую крутую тачку, проявить свой социальный статус. Да? Но более глубоко это говорит об абсолютном отсутствии каких-то навыков жизненно важных навыков финансового планирования своего благосостояния. Ну, допустим, в каких-нибудь там странах Скандинавии никогда не будут вкладывать деньги в Porsche, на который не всегда будет хватать денег на бензин, Porsche, который негде припарковать, Porsche, который стоит дороже в обслуживании, когда у тебя не хватает денег на нормальный садик ребенку. А садик ребенку означает, может быть, и лучше школа, может быть, лучше университет, может быть, лучшее будущее. То есть у нас действительно абсолютно в этом смысле... А почему такие навыки не появляются? Потому что, ну, во-первых, был советский период, в котором была, скажем так, низкая потребность в подобного рода навыках. То есть тебе зарплату в колхозе платили иногда даже несмотря на то, насколько ты усердно работал. Да? А даже если бы ты переусердствовал, то намного большей зарплаты тебе все равно было не видать. Соответственно, была, как вы говорите, стабильная бедность. Да? И в таких навыках не было потребности. Потом пришли дикие 90-е, которые, ну, как холодный контрастный душ, очень сложно было предвидеть со всеми бурными развитиями, кризисами и так далее. И, соответственно, вот 25 лет жизни в условном капитализме не появились подобного рода навыки. Господин Муравский, Александр Сергеевич, мне так удобнее будет, так я привыкла. Вот это поколение людей, которое просто прошло через холодный душ 90-х, дикого капитализма, назовем его так. Я не знаю, насколько он был у нас диким по сравнению с другими странами, но все-таки он был сложным. Это была новая социально-экономическая структура для людей, они не привыкли так жить. Удалось ли вот сейчас, спустя сколько уже, скоро почти 30 лет нам, сказать, что у нас выросло поколение, современное поколение людей, которые понимают, что такое свободная рыночная экономика, и теперь мы уже действительно готовы к этому свободному капитализму? Или мы все еще поплачиваемся за травмы наших родителей, наших прадедов, которые не смогли пройти через это нормально? Как, допустим, в Балтийских странах? Ну, я думаю, что, понимаете, идет процесс формирования нового поколения, но оно же не вырастает с нуля. У каждого из нового есть мама, папа, дедушка, бабушка, и это
семейная память, она достаточно превалирует над многими раз. И плюс ко всему, когда не произошло резкого скачка улучшения материального состояния у человека в семье, то он, естественно, вот это воспоминание родителей давлеют над его успехами. Там, где добились успеха, там этот разрыв происходит быстрее. Я думаю, что в Молдове надо принимать еще во внимание вот какой фактор. Да, в 90-х годах, будем прямо говорить, произошла революция. Произошла смена строя. Не такая революция, как была в октябре в России, но это революция, смена строя. Но ведь давайте посмотрим, ведь в конечном итоге революция произошла на всем советском пространстве. И вот если внимательно проанализировать, социологи, может, меня поправят, может, они лучше знают, но я иногда задумываюсь и посмотрим. Ведь если взять лозунги, под которыми население поддерживало смену власти и так далее, были построены на двух китах. Интеллигенция хотела свободы слова и высказывания, и население хотело улучшения материального благосостояния. Потому что Россия, основная масса России, за пределами Москвы и Ленинграда, жила бедно, нище и так далее. Особенно периоды, когда начался дефицит и прочее. Да, пустые полки. Теперь тогда. Республика Молдова. Даже в период дефицита, который был в Молдове, Молдова была раем по сравнению со многими регионами России. Поэтому у нас эта, так сказать, революция, спровоцированная и подтолкнутая с Россией, со всем Советским Союзом, носила другой характер. Была национальная интеллигенция, которая хотела большей свободы и укрепления национального духа, то есть она выросла, и ей надо больше, почему ей Москва должна диктовать и так далее. То есть это было одно направление, и население, которое в 90% было подтолкнуто к движению именно вот этой идеи. То есть в том смысле, что они не очень-то этого и хотели. Потому что население в селах Молдовы, в колхозах, говорить о том, что они материально плохо жили, да не в жизнь. Каждый имел приусадебный участок, имел кабанчик, имел так далее. Ушел с колхозного поля минимум каждый день 2 ведра винограда, с которого делал вино и прочее. То есть материальная проблема тут не стояла особо. А потом это все произошло. И многие думали так, что вот будет независимость. То есть вот как все было, так и останется. Только мы теперь будем все решать сами. А так в жизни не бывает. За все надо платить. Вы получили одно, потеряли другое, теперь надо строить совершенно по-другому. И для многих вот этот удар по материальному положению оказался ошеломляющим. Во-первых, сразу потеряли все сбережения. Это страшнейший удар, потому что, а, кстати, принципе, есть статистика, Александр Сергеевич, есть статистика, сколько людей в Молдове стали жертвами вот сгорания сбережений? Это практически все население. Все население. Потому что, особенно сельское население, потому что в селах люди имели значительные накопления на книжках, потому что в сезон комбайнеры и трактористы в период уборочных работ получали там по половину оклада, полугодовую окладу премии, получали зерном, зерно они снова продавали и так далее. То есть люди имели на книжках деньги, которые позволяли. Это была проблема в том плане, что деньги были, а выхода не было. Ты, Волгу ты не можешь и Москвич купить, потому что надо стоять в очереди, надо то и так далее. Ну, вкладывали в дома, делали шикарные свадьбы по традиции, что-то копили на детям. И вдруг в один день это рухнуло. Причем рухнуло так, что старшее поколение понимает, что они не могут вернуть, и у них нет сил работать вперед. Молодое поколение оказалось перед тем, что вот родители, которые должны были им передать что-то, так сказать, они на это рассчитывали, оказалось, что передавать нечего и прочее, прочее. То есть это было неожиданно. И опять-таки, если брать Россию, то там проблема материального обнищания затронула в основном некоторые отрасли, допустим, шахтеры, металлурги, которые просто заводы стали, людям перестали платить зарплату, начались и прочее. Но это не основная Россия. Основная Россия – это глубинка, на которых мы видим, как 50 лет стояла развалюха. Так и стоит. И мужик в кирзовых сапогах ходил. Не извинило, и как не была тогда передача, говорит, а что, хлеб есть, водка есть. А что еще надо? Вот дом стоит, а что еще надо? И войны нет, а что еще надо? То есть у человека нет потребностей. Поэтому для этой части, а в Молдове материальное обнищание коснулось почти всех. И те предприятия, которые стояли в Молдове и были построены как часть военно-промышленного комплекса СССР, Счетмаш, Виброприбор, Мезон, Сигнал, все мы можем перечислить, сразу рухнули, потому что в Советском Союзе объем военных заказов занимал порядка 25% ВВП к середине 80-х, а к началу 90-х 3%. А что это такое? Это заказы, хоп, заводы стали.
То есть люди оказались в одночасье перед нищими, и у них не было времени даже перестраиваться. Поэтому тут, как говорится, кто выплыл здесь, кто пытается выплыть за пределами. И это так быстро не делается. Ну, плюс ко всему, как говорится, опять-таки наша молдавская особенность вот этого напонализма, то, что мы наблюдаем и сегодня, когда не может сколотить коалицию, потому что каждый считает, что если коалиция, надо идти под него, и только он первый, и только он знает, и так далее, и так далее, и так далее. У нас культура компромисса практически не существует. Культура компромиссов практически не существует. Те компромиссы, которые были, я же был членом правительства в 99-м году, это было первое коалиционное правительство. С каким трудом я никогда в жизни не мог представить, что мне, чисто русскоязычному, выросшему в этой среде и прочее, я буду работать в коалиции с Народным фронтом. Но ситуация была такова, что надо было работать. И год мы работали. И, в принципе, за год вы... И год мы работали в тяжелейших условиях. Что бы ни говорили про нас, но мы свою задачу выполнили. Мы за год остановили кризис. Все, вызваны не нами, который пришел извне и прочее, прочее. Но эта коалиция продержалась недолго, и на 90% причин ее распада – это чисто межличностные отношения между разными составляющими. Что мы наблюдаем сегодня? Опустим. Да, я могу не согласиться с многими, пожалуйста, на свободной дискуссии, сравнениями, которые высказал господин Муравский. Но вот в подтверждение, я помню, 2004 или 2005 год мы проводим для международной организации социологической Gallup International Association здесь, в Молдове, опрос. Ну, они проводили практически в большей части мира, да, я сравнивал данные ответов на один вопрос. Это в каком году? 2004 или 2005. Угу. Случалось ли вам или кому-либо из членов вашей семьи ложиться спать голодным из-за того, что у вас не было еды? Да? По Молдове это было 4%, Украина около 15%, Россия 25%. Вы понимаете, даже и бедность бывает разной. Ну, конечно, но всегда есть огород. Если говорить о том, что мы... не бедные, мы страна не бедная в смысле пищи, да, потому что есть голодающие страны Африки, да, в этом наша специфика и в определенной мере спасение. В этом плане мы не были бедными и в советское время, но я, например, склонен не понимать важность этих вкладов, которые сгорели, ввиду того, что даже эти деньги человек снимал со счета, и он практически нечего было ими купить. Ну да, то есть мои родители копили деньги. Были некой фиксы. У них была, у моего отца, Царство ему небесное, была мечта, и он много лет простоял безрезультатно в очереди на покупку автомобиля. Да. И вот деньги сгорели, но я более чем уверен, По сколько лет вообще люди стояли в очередях? Не помню, потому что... Было по 5, по 6, по 8 лет стояли. То есть это вот для молодого поколения, которое, может быть, случайно нас сейчас слушает в автомобиле. Которые могут нас сейчас слушать в автомобиле по радио, в автомобиле, который они купили в лизинг, вот так вот, просто пойдя в любой автосалон, либо на любую автостоянку. Так вздумайтесь, по 6, 7, 8 лет люди стояли в очередях. Имея деньги. И причем, чтобы стать в очередь, еще то она была, как говорится, полуоткрыта. То есть простому работнику, да. По блату можно было попасть. Была категория номенклатурщиков, которые попадали, если в селе, то не просто и он пришел, нет. Он либо должен иметь доступ хорошо к председателю, а тот к парткому, либо действительно быть передовым комбайнером, передовым трактористом и так далее. То есть это минутка антиностальгии. Причем этот дефицит распространялся не только на автомобили. Помните анекдот Рейгана про автомобиль, за которым надо прийти через 10 лет, и человек уточняет утром или вечером. И на вопрос, насколько это важно, он говорит, важно, потому что с утра ко мне приходит сантехник по плану. Да? Через 10 лет. Да. Я не знала этого. Как это... То есть сказалось на нашей ментальности? Простой пример. Я уверен, что большинство, если не все из нас, сейчас, если пройдутся по квартире досконально, найдут уйму вещей, которые
и не нужны, и никогда не будут нужны, но мы их держим. Жалко. Но а с чем держим. Это связано? Это связано с тем же дефицитом. То есть даже если какая-то вещь испортилась, да, там старый моторчик от старой стиральной машинки. Стиральную машинку нельзя было так легко достать, купить, и поэтому мы все поломанные детали куда-то складывали и держали, потому что, возможно, на будущее придется из двух деталей собирать одну и все это чинить и так далее. И вот это вот характерно для нас и по сей день, хотя уже этого дефицита нет. Ну, я тут хочу вам сказать, есть человеческая психология. Я год прожил в Англии и снимал квартиру. Моя хозяйка была учительницей во время моего нахождения, как раз она вышла на пенсию и так далее. Ну, домик такой, я ходил по квартире, в других комнатах, не только ту, которую я снимал. И поверьте мне, ее квартира захламлена не меньше, чем наши, потому что существует еще определенное человеческое. Вот смотришь, я начинаю вот у себя в кабинете, время от времени жена говорит, ну что, созрел, я начинаю делать переборку, там бумаги и так далее, все, расчищу, выкину, все, потом начинаешь, так, вот это вот. Да нет, жалко. Давайте жалко сохраню. А это, ой, так это же я был во Франции, мне там подарили. Стоит пыль, собирает, да уже давно рассох. Да не, ладно, пусть постоит. И держите эти пылесборники везде. Вот так, и вот так вот у меня такая, что я гордо вынес один пакетик, стал, я навел порядок в кабинете до следующего трехлетия. Поэтому здесь смеш и необходимость. И человеческое качество определенное, все мы немножко Плюшкины в душе, поэтому тут... Но возвращаясь к тому, что господин Конторжи сказал по поводу того, что Homo Sovieticus — это не хорошо, не плохо, это данность. Вот просто надо это принять и понимать, как мы это можем использовать как бы, в благих целях для того, чтобы строить нормальное, светлое будущее. Если говорить с этой точки зрения, что мы можем взять из... Вот прошлого Homo Sovieticus с собой, чтобы строить нормальное будущее Homo Moldavius. Но нормальное будущее. Знаете, не такое, которое вот вынуждено, а нормальное. Когда люди не хотят уезжать из страны, когда у людей нормальная зарплата, когда люди не боятся выходить на улицу, не боятся по ночам гулять, не беспокоятся за свое жилье. Ну, обычные базовые вещи. Вопрос достаточно интересный. Я, это честно говоря, даже никогда не ставил так и не это самое, что вот что мы можем взять из Homo Sovieticus, чтобы делать. Да мы не можем ставить вопрос, что-то взять, что-то не взять и так далее. Мы должны говорить о том, что надо делать сегодня, что мы хотим получить, смотрите, завтра, господин, как работать, Роско, и что-то туда перейдет. Вы сами знаете, вы сами говорили, вот у нас в последние... Ну, года особенно, сейчас, может быть, чуть меньше, последние три года, но всегда в публичном пространстве были политики, которые очень жестко высказывались по поводу советского прошлого и говорили, что требуется не деборосемо, дата шо, дата детрикутал совет. То есть все, что советское, это обязательно что-то ужасное. Вопрос, это действительно все ужасное, либо есть что-то, что можно использовать в будущем? Как вообще с этим работать? Это принять, знаете, понять и простить и пойти дальше, либо бороться, продолжать? Во-первых, те, которые так громко и настойчиво кричат с трибуны, они сами являются продуктом того советского общества, и поэтому часто практически они ведут себя еще хуже, чем они вели в то время. Поэтому тут, как говорится, обращать внимание на эти декларации с точки зрения того, что надо их принимать во внимание, я абсолютно их игнорирую, более того, я уже тоже прожил немало и знаю немало и многих людей в республике, особенно тех, которые наведут, за исключением поколения, которое начало подрастать, тех я меньше, а тех я знаю практически всех, не просто по газетам. И поэтому, когда и кто говорит, у меня все время есть историческая память, что, как говорилось и делалось совсем недавнее время. Поэтому для меня эти декларации, знаете, часто бывает пустой звук. Что касается как таковой, как системы, ну, есть вещи достаточно спорные, может быть, но вы понимаете, вот мы резко начали менять систему образования. Там, кюрикулами и так далее, принцип. В советское время очень много было дискуссий. Я вам скажу так, что я на себе убедился в достаточно мощном потенциале и качестве советского образования. Я приехал в Лондон в 83-м году и провел год там, стажируясь в лондонской школе экономики. Жил в квартире учительницы и напросился, чтобы она сводила меня в английскую школу, потом побывал еще раз. После этого я тоже в советское время
провел время и в Англии, и в Америке, и во Франции, и снова побывал в школах посмотреть. Так вот, советская школа, даже здесь, в Молдове, даже в сельской местности, ну, не во всех, были села, у нас все-таки разница есть, городские и так далее, на две головы была выше по подготовке учеников, чем английская, американская, французская и так далее. Для меня все время возникал вопрос, ну как так? Вот наши ребята, и даже сейчас, в это время, вы спросите тех, кто уехал, допустим, сейчас в Америку, во Францию, в Англию с детьми, и дети пошли в школу. То есть вот он уехал отсюда с пятого класса, приехал и поступил в американскую школу. Почти все сильнее сейчас. Они на голову практически выше, не то что своего класса, а те, кто еще на два класса старше. И все время возникал вопрос, когда для меня, ну как так получается? Ну вроде бы подготовка нормальная, грамотные. Я закончил Кишиневский сельхозинститут. По меркам Союза и даже по меркам Кишинева считалось, Царани, провинция. Я приехал в Центр мировой мысли, Лондонскую школу экономики, и я не чувствовал, что я какой-то ущербный. Я говорил с ними, я понимал прекрасно, что они говорят, я говорил с ними на равных языках. Конечно, я не был академиком по сравнению с ними, я был, значит, но с точки зрения от тех моих сверстников, так вообще для меня проблемы не было. И тогда выходит, что проблема заключается в том, что можно впихивать знания, можно создавать эту систему, так сказать, и так далее. Но если ты после этого не попадаешь в оболочку, которая заставляет тебя это все выбрасывать и бежать, то тогда это оказывается часто просто потенциалом мертвым грузом. И что у нас получилось? С точки зрения накачивания знаниями система была создана, а дальше человек, в общем-то, особо большинству не надо было напрягаться. Все расписано. Ты получил направление от института, ты устроился на работу, ты стал очередь на машину, через 7 лет, может быть, получишь. Ты стал очередь на квартиру, повезет, получишь через 20, может быть, не повезет и так далее. То есть более-менее расписано. Безработицы нет, тебя уволить практически не могут и так далее. И для многих это оказалось определенно расслабляюще. А там же, в той же Англии, Франции и так далее и прочее, человек выходит, ему с первого дня надо локтями, либо ты будешь... Либо ты не будешь. Вот, поэтому я прошу прощения. Вот система, а мы сейчас встали в ситуацию, когда значительная часть нашей системы образования, мы галопом начали переходить на западные стандарты, на западные методики, в университетах на болонскую систему и так далее. Но слишком быстро перешли, и получилось, что мы потеряли вот это советикус, но не приобрели вот это западникус. Ну, это во многих сферах у нас это получается. Ну, я в данном случае взял одну сферу как пример. Знаете, сравнение систем образования очень штука интересная, и думаю, не стоит рисковать при сравнении просто двух школ. Так я говорю, что в контексте, что происходит дальше с окружающей средой. То есть люди, которые считают, что качество, то есть факт, что советская система образования была одной из лучших в мире, это миф. Но правы и те, которые разделяют эту идею в определенной мере. Но никто из них полностью не прав, потому что если судить о результатах, о продуктах, ну, любой процесс надо оценивать по продукту, по качеству продукта. Сколько у нас нобелевских лауреатов Советского Союза и России? 20 чем-то? Тот же самый Израиль, 12, ну, два раза меньше. Ну, кто Израиль, это как раз таки по поводу среды. Просто Советский Союз, может быть, имел хорошую школу, но не имел среду, в которой эти люди могли бы свободно развиваться как профессионалы. Советская система образования и вообще все советские системы, они были социально направленными. Вот это плюс. Но при этом они были политически сильно идеологизированы. Да, это большой это минус. Другой минус. Да? И в этом даже есть определенный плюс, потому что вот я родился, вырос до поступления в школу, да, и в первый класс пошел, во второй класс, будучи советским ребенком, в советскую школу. Да? Кто для меня являлись героями и образцами для подражания в жизни? Высокие личности, Юрий Гагарин, великие писатели и так далее. Мы все привыкли говорить о пропаганде как в отрицательном ключе. Ну, это неверно, потому что у каждого государства должна быть своя пропаганда, и в определенной мере
Советском Союзе пропагандировались и положительные, вещи. Чего нет сегодня, и это очень плохо, у нашего государства практически нет органа, и государство вообще не занимается пропагандой своих видений, своих... Ну, да, вообще у нашего государства практически нет мифологем, на которых оно может основываться. Вот что является там success story, и в то же время они очень противоречивы. Абсолютно. Поэтому вот, ну, кто является образцом для подражания ребенка, там, 10 лет, в сельской местности сегодня в Республике Молдова? Знаете кто? Кто? Это не Штефан Челмари. Это не Михай Яминеско. Это какой-то ютубер? Это дядя Ваня, брат мамы, который хорошо устроился на работу в Англии. И купил, да? Джип. И купил джип. И когда приезжает раз в году... приезжает и катается весь август по селу на джипе. И все девочки на него смотрят. Все. А это формирование ценностей. Все. Это идеал. Да, и это останется с этим человеком на всю жизнь. По поводу останется на всю жизнь. Да, пожалуйста, я просто... Школа это не должна быть источником этой пропаганды. Она должна быть одним из инструментов. И давать не просто знания, но и правильные ориентации на жизнь. Вот про правильную ориентацию на жизнь хочу с вами обсудить. Я вспомнила сейчас, пока вы говорили, пример один, когда у меня одна моя знакомая приехала, мучились с ней в Москве, в МГУ. Она год проучилась в старших классах в США, по обмену, обычная программа. Ее спрашивала, я просто когда-то тоже хотела попасть в США, по объективным причинам не получилось. И я ее спрашивала, ну скажи, как это было, вот как там в Америке? И она мне рассказала один пример, который говорит, ты знаешь, меня это шокировало. Меня это просто шокировало. То есть я так получилось, не успела подготовиться к последнему экзамену, они сдавали в конце экзамена. Ну и я попыталась на экзамене списать. Ты представляешь, на меня четверо настучали. Те, с кем я буквально вчера сидела, мы сидели. То есть мне казалось, что друзья, мы вместе ходим, гуляем. То есть я вот думала, что будем друг к другу ездить в гости, когда закончу школу. И тут они взяли, на меня настучали. Ты представляешь? И мы потом долго по этому поводу спорили. Знаете, вот если подумать, с точки зрения нашей культуры, причем здесь это однозначно и Homo Sovieticus, и Homo Moldavus, потому что у нас то же самое, у нас круто списывать в школах. У нас в школах, если ты учишь и сдаешь экзамен, это не cool. Это не cool. Ты проклят навеки. Cool, круто, это когда ты не выучил, тебе удалось списать, и ты получил самую классную оценку. Очень интересный пример. Я только доведу до конца, что она мне потом сказала, что спустя какое-то время по переписке она все-таки задала вопрос одной из тех девочек, ну как ты могла, А та ей говорит, слушай, ты понимаешь, я потратила столько-то часов на подготовку к этому экзамену, и если я тебе дам спокойно ту чит, ты можешь так в будущем ту чит, my future, то есть ты у меня... меня обворовываешь в моих потенциалах на будущее. Поэтому здесь как бы под друзья друзьями, а когда дело касается вещей, которые могут повлиять на будущее, мы должны играть вот fair game. Да. И мне показалось это очень правильно. А нет, наша... Или как у нас на молдавских дорогах, как было и на советских. Это же круто друг другу посигналить фарами, там стоят в кустах менты. У нас есть недоверие к системе, к всему, что означает государство, у нас есть недоверие. И люди объединяются, становятся солидарны в том, чтобы это государство обмануть. Вы же понимаете? И вот здесь разница между... Ну, я бы так не сказал, что именно вот объединяется государство обмануть. Тут, опять-таки, вот я, наверное, социологом скажу, что есть вещи, которые я бы даже не оценивал хорошо, плохо, потому что зависит от ситуации и так далее. Это чисто формировалось, опять-таки, в наши корни. Это взаимовыручка, взаимо и так далее, и так далее. Все-таки западное, особенно американское, оно построено на индивидуализме. Очень сильно. Американцы выше всех, если Европа еще какая-то может, как говорится, да, где-то смесь немножко того, немножко того, то давайте так говорить, опять-таки, исторически. Как появилась Америка? Это страна, которую создали бандиты и авантюристы. Люди, которые бросили, так сказать, понаехали места, пошли туда, в неизведанное и так далее, и так далее. Они завоевывали эту страну, уничтожая все вокруг. Проблемы решались кольтом. Я выживу или не выживу. Все. Потом дошло до головы, что мы так все друг друга перестреляем. Ну, я утрирую. И давайте сформируем правила игры.
сформировали правильно игры, поставили систему и так далее. Но в корне, фундамент, лежит индивидуализм. Я пришел на этот Запад, и оно выросло, 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 и тебе надо пробиться. И вот если вернуться к этому вашему примеру, это университет. Для меня тоже была другая так. Вот если брать школу, американскую или английскую и прочее, то уровень хуже некуда, с моей точки зрения. Если брать университет, то совсем другая ситуация. И вроде бы плохие школьники попадают, а потому что уже в школе начинается, идет отсев, люди формируют и так далее. Конкуренция, настоящая конкуренция. А университет построен не так, как у нас. Я сам проработал 10-15 лет преподавателем в университете. Когда читаешь лекции, и должен студент записать конспект и так далее, а на экзамен придет и говорит, у меня нет этого в конспекте. И приходишь к профессору американскому, английскому, он книгу положил на стол, которую он недавно издал, у него свободный, он читает. А там посмотреть, а потом вот такой вот список, что ты сам должен. И на экзамене тебе, во-первых, все письменно, а во-вторых, ты попробуй только рассказать, что это не было у меня в конспекте. Ты конспект вообще не имеет никакого значения. Ты просиживаешь с утра до вечера в библиотеке, пишешь и так далее, и так далее. То есть ты ориентируешься на это. И плюс ко всему, уже идет очень четкая специализация. Вот в чем была принципиальная разница между западным, особенно американским и советским, что советское все время было в школе, в университетах более построено на таком общих знаниях. И мы учили, и в институте я учил, хоть я экономист, что такое вакуоль, и все эти минеральные удобрения, потому что сельхозинститут ты обязан знать, и как кормить корову, и так далее, и так далее. А там, если ты пришел к этому, вот тебе набор и прочее, это делает... С одной стороны, они становятся специалистами, более глубоко знающим свой предмет профессионалами. С другой стороны, со многими из них, вот чисто по-человечески, мне неинтересно. А потому что шаг влево, шаг вправо поговорить, и оказывается, я приезжаю, оказывается, что я американскую культуру и американскую историю знаю лучше, чем мой сосед-профессор, который супервеличина в своей области. Вот что лучше. Интересные темы мы затронули. На самом деле... То есть это ценности, о которых проведено уйма мега-исследований, и все более-менее все очень четко и ясно. Да? И нельзя говорить про наши... Мы не европейцы. Мы по сей день больше советские люди, нежели европейцы. Именно по ценностям. И, да. И вот, но в то же время, ну, эта советскость, у нее есть, естественно, и положительная часть. Действительно, мы не уважаем... то есть для нас не является... ценностью в определенной мере справедливость. То есть нам кажется, что это для нас ценно, но определенное проявление справедливости мы для нас не приемлем. Ну, вот качество, это как раз ваш пример. Потому что что для американца казалось несправедливым, для советского человека не являлось какой-то ценностью. Но в то же время у нас есть другие характерные черты. Вот это изворотливость. Особенно в отношении с государством. Она появилась не просто так, она не с неба упала. Она выросла на каких-то, скажем так, косяках государства в советское время. Вот определенные вещи можно было там, пойти вне очереди, попасть в список на ту же квартиру или автомобиль. Вот для нас это ценность. Да? Чем человек более хочешь жить, умей вертеться. Да. Не зря же. Да. Сейчас я вам скажу. Что, да. И поэтому мы далеко не европейцы и скоро ими не будем. А вот про систему образования просто некорректно их сравнивать. Опять же, советская система образования, она была массовой, ну, в тех странах тоже массовой, социально направленной. Надо всех вовлечь, и чтобы все было по уравниловке. В то же время система образования в определенной мере, то есть система советская образовательная, она выполняла слишком много социальной функции. На Западе такой задачи вообще не было. То есть надо всех обучить базовым знаниям, читать, писать и так далее, а вот по способностям будем уже дальше развивать, кто в университет, кто да. куда. Поэтому у нас отличается университет. И во многом определяла экономика, как бы да. рынок определял, чего нужно больше. Да.
То есть не, шли все поголовно в экономисты и юристы, когда рынок в этом не нуждался. Одну ремарку, очень коротко, я бы все-таки сказал, что мы все-таки не должны так уж разделять, что вот мы со своими такими. Вот буквально в прошлом году вышел, в этом году, значит, он был уже, можно в интернете найти, великолепная итальянская комедия. Называется «Закону тут не место». Про выборы мэра в итальянском городе. Чисто итальянский. Вот посмотрите этот фильм. Как раздают пакеты, как это самое, как агитируют. Вполне мы себе европейцы. И после этого избирают мэра, честного профессора, который, как вот слуга народа украинский, начинает наводить порядок в городке. И как это бьет по, не молдаванам, по итальянцам. Как это? Он же мой Шурин. Что значит, он не решит для меня проблему? Как? И полгода мэр, который пытался научить всех жить по правилам, с уважением к порядку и так далее, эти же жители его долой и вернуть старого, который коррупционер, который все. Но там хоть ясно, с какой стороны зайти, сколько дать и прочее. Это, кстати, очень... Это Италия. Это старая, европейская, добрая. Я признаю свою ошибку. Надо говорить не о европейскости и советскости, а скорее к приверженности или неприверженности к либерализму. Да. Это же вот наша изворотливость. Я уверен, что вот те же хваленые американцы, они в 90-е не выжили бы. А и как нации, и как отдельные люди. А нам удалось. Причем создали в определенной мере уникальную теневую такую полубелую, получерную экономику, которая позволила выжить всему населению. Спасибо большое за эту дискуссию. Мне она показалась очень интересной, но вот это правда важно. Тот факт, что мы в 90-е годы, те страшные годы выжили, это чем не повод к оптимизму. Переживем, еще всех переживем. Человек такое социально-пластическое животное. Всего хорошего, увидимся и услышимся ровно через месяц на радио Европа Либера. Всего хорошего вам.